Экономика, бизнес, финансы. Программа «Эхономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. 0,2% кировчан потребовали от Куприта перерасчет. Рекоператор получил в январе примерно 550 таких заявлений. Это 0,09% от общего числа получателей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сейчас число заявлений достигло 1000. Перерасчет за январь обещают сделать в последующих месяцах, когда Куприт убедится, что требование обосновано. Представители рекоператора заявляют, что при подтверждении фактов ненадлежащего оказания услуги никому в перерасчете не отказывают. Перерасчет юридическим лицам производится также на основании письменного заявления. С каждым заявлением работает контрольно-инспекционное управление Куприта. Программа «Экономика». Доходы от продажи городского имущества выросли в 10 раз, получено в общей сложности чуть более 50 миллионов рублей в 2020 году. По итогам 2019 цифра составляла 5 миллионов. Но больше всего городу принесла городская земля – 145 миллионов рублей, 95 миллионов получили от сдачи в аренду помещений и оборудования, 78 миллионов рублей составили дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету. По данным Департамента муниципальной собственности, план по доходам от муниципальной собственности на 2020 год перевыполнен на 14%. Экономика на 101 FM. Чиновники в Кировской области покупают машину за 2 миллиона. Аукцион объявили власти, зато первомайский. Машина должна быть автоматической коробкой передач мощностью двигателя 149 лошадиных сил. Оплатить покупку планируется из местного бюджета. Бизнес-новости посчитали, что полезного для города можно купить на эти деньги. Получилось примерно половина мусоровоза или 180 контейнеров, или 330 новых запрещающих дорожных знаков, или 76 тысяч поездок в общественном транспорте. Экономика. В завершение валютах доллар сегодня 74 рубля 12 копеек, курс евро 89,53. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.